Всем привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные пикантные огурчики по-польски. Уверена, такие огурцы понравятся всем! Для приготовления нам понадобится 2 килограмма свежих огурцов, 125 миллилитров подсолнечного масла рафинированного, 100 миллилитров 9% уксуса, чайная ложечка перца черного молотого с хорошей горкой, 2 столовых ложки каменной соли, 7-8 зубчиков чеснока, 50 мл теплой кипяченой воды и 125 грамм сахара. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Первым делом замачиваем наши огурцы для того, чтобы напитать их дополнительной влагой. Заливаем полностью хорошо охлажденной питьевой водой. Так вот, утапливаем. И даем постоять 3-4 часа в прохладном месте. Если есть место в холодильнике, лучше всего отправить их туда. Прошло 3 часа. Я слила воду из огурцов. И теперь буду нарезать наши огурчики небольшими кружочками. Обрезаю хвостики. И нарезаю вот такими вот кружочками толщиной примерно 0,5 сантиметра. Перекладываем порезанные огурчики назад в миску. Отставляем их пока в сторону. И готовим заправку. Берем подходящую миску. Высыпаем соль, сахар. И вливаем теплую кипяченую воду. Размешиваем это все до растворения кристаллов соли и сахара. Теперь добавляем перец и выдавливаем чеснок. И хорошо это все размешиваем. Затем вливаем уксус. И подсолнечное масло. Приготовленную заправку выливаем в огурцы. Хорошо перемешиваем. Затем накрываем миску каким-нибудь полотенечком и оставляем наши огурчики на 2 часа, чтобы они хорошо пустили сок. Каждые 20-30 минут наши огурчики хорошо перемешиваем, чтобы они равномерно покрывались всем этим маринадом. Пока огурцы настаиваются, стерилизуем банки и крышки. Банки я стерилизую в духовке, переворачиваю их вверх дном на решетку и выдерживаю при температуре 100 градусов минут 7. А крышки заливаю кипятком. Даю им потом постоять так минуты 3-4. Затем достаю их на полотенечко и даю полностью высохнуть. Прошло 2 часа. Огурчики пустили сок. Вот столько много выделилось из них сока. За это время я их успела 4 раза перемешать. Теперь будем раскладывать их по баночкам. Набираем огурчики прямо с соком и накладываем в баночки как можно плотнее. Прижимать ложкой. Вот
выделившийся сок заливаем сверху в каждую баночку. Стараемся распределить его равномерно. Размешиваем, чтобы специи попали в каждую баночку, и наливаем. Из указанного количества продуктов у меня получилось 5 пол-литровых баночек. Накрываем крышками. Теперь берем кастрюлю подходящего размера, застилаем на дно какую-нибудь тряпочку и устанавливаем туда банки. У меня помещается только 4 баночки, одну я буду отдельно стерилизовать. Ну, вот так вот расставили. Теперь заливаем в кастрюлю воду. Вода комнатной температуры, и заливаем до плечиков баночек. Теперь кастрюлю с банками ставим на огонь и ждем, пока закипит. Ну вот мы видим, вода в кастрюле уже закипела. Если присмотреться, в баночках тоже жидкость бурлит. Засекаем с этого момента время и стерилизуем ровно 10 минут. Прошло 10 минут с момента закипания. Достаем баночки с огурцами из кастрюли и закручиваем их ключом. Закрученные банки переворачиваем вверх дном и оставляем их так до полного остывания. Вот и все. Пикантные польские огурчики на зиму готовы. Приятного аппетита, и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.